Всем привет-привет! Ребят, вы на канале Вот ГСН, и у меня срочная новость для тех ребят, которые не смогли нормально потеть в ивентике от Арни и Милы, для того, чтобы заработать все награды, в частности, забрать такие приятные призы, сугубо коллекционные, безусловно, и чисто на память, это два вот таких вот камуфляжика. Камуфляжи, ну, честно говоря, на любителя, хотя вот если с Милой меня не интересует абсолютно, то с Арни, которого я безумно уважаю как человека и личность, я бы с удовольствием себе камуфляжик заимел. Как вы видите, я не смог дойти даже до середины по отсутствию возможности физической, технической, ну, короче говоря, вот так вот сложилось. И разработчики обрадовали, разработчики дали возможность не идти дальше по цепочке, особенно тем ребятам, которые где-то на первых двух, на первых трех, или кто вообще еще не смог по какой-то причине начать, они дали возможность взять вот этих два камуфляжика абсолютно альтернативным способом, а именно сделать всего лишь 20 побед за 4 дня, ну, будем говорить точным, за 5 дней, да, то есть 4 дня, 21 час на момент, когда я снимаю данный видос. Возможно, у вас время будет другое. Возможно, для вас конкретно стартовать вот этот вот процесс, боевая задача, будем так ее называть, может, она стартует с момента, как вы ее увидели. Короче говоря, так или иначе, вот такой вот подарочек сделали нам разработчики, за что от меня лично, разрабам в данном случае, огромное спасибо, потому что, ну, в принципе, на память себе взять довольно редкий камуфляжик, я сомневаюсь, что он будет в игре повторяться. Ну и, соответственно, с личностью, которой ты восхищаешься, ну, довольно-таки неплохой подарочек к Новому году. Поэтому разрабам большое спасибо. Ну а вам, ребят, обязательно, если вас интересуют эти камуфляжи, успеть сделать 20 побед за отведенное время, ну и получить эти два камуфляжа себе на память. Кто-то, безусловно, попытается камуфляжи продать, но я бы, честно говоря, не рекомендовал. Почему? Потому что такая редкость. Ну, настолько жалко продавать ее, что лучше оставить себе на память, одеть на какой-нибудь танчик, ну и хвастаться, что он у вас есть, периодически выезжаем в бои на машине, на которую вы водрузите. Только надо будет очень хорошо подумать, на какую конкретно машинку необходимо подцепить данные, дабы потом еще и машинку не пришлось продавать. Короче говоря, ребят, заходите в игру, делайте 20 побед, забирайте камуфляжи. Ну а если вы за честность обзоров, подписывайтесь на мой канал, сделайте подарок на Новый год. Я очень сильно хочу 5000 подписчиков к 31 декабря. Не знаю, получится или нет, но я держу пальцы крестиками, надеюсь. Всех благ, всего хорошего вам мира, ну и обязательно спокойствия. Пока-пока.